Всем привет! Привет, мои хорошие! Ну что, потеряли опять Аленку? В выходные нечего было показывать. По-честному вам сказать, как мы позавтракали, ребятишки наши уехали, и нечего было готовить, было что доедать, было чем заниматься, телевизор смотрели. И абсолютно ничего не готовили 2 дня. Короче, доедали все, что у нас было в холодильнике. Все доели, и теперь опять очередь Аленкина на кухню. Константин у нас выходной всю неделю, поэтому будем немножко готовить. Вот, достала уже фарш, лучок почистила, без всяких видео морковочку почистила. И сейчас я вам покажу, что я придумала. Все, поехали! Первым делом мы ставим с вами сковородку. Наливаем масло и будем сейчас пережаривать лук. Почищенный уже лучок мы крошим и даем ему обжариться. Прямо 3 луковицы. Пока жарится наш лучок, мы делаем с вами фарш. Тут же, не отходя от кассы. Солим. Берем фарш. Я сейчас вообще уже сюда и лук не крошу. Этот очень удобный приправка для фарша и котлет. Так. Немножко красненького перца. Все, что вы любите. Не надо смотреть. Я добавляю свое, вы добавляете свое. Как вы привыкли. И 1 яйцо. Фарш у меня свинина с говядиной, оставался от чего-то. Маркушка что-то делал и заморозил его. И вот я достала. Тут, не знаю, 0,5 килограмма фарша есть, хорошо. Нет, нету. У нас Марк и Ксения уехали к родителям, к Ксюшиным. Она там подстригается, сестра ее подстригает, красит, поэтому Ксения приедет у нас красивая. Им через 2. Первого. Нужно быть красавицами. Так, мы с вами пережариваем лучок до золотистого цвета. Достаем формочку для запекания, кусочек масла, так, и делаем котлетки наши. Котлетки будут у нас необычные, с начинкой. Угу. Лучок поджаривается. Просит помешаться, стреляет. Продолжение следует...
ручки вытираем, все протираем, перчаточки хорошо протираем, чтобы ничего не мешало нам, ничего не травмировало нашего зрителя. Делаем на одном дыхании. Так, теперь мы делаем с вами вот такую формочку, заготовку. Сейчас поменьше возьмем, поменьше-то и нету, такую возьмем. Возьмите любую формочку, какая вам удобна и какая вам нужна. Котлетки все поправили, все поправили, ничего тут страшного. Если у вас что-то получается не очень красиво. Вот такой у нас лучок. И весь лучок мы выкладываем сверху котлетки наши. Так, и присыпаем сырочком. У меня моцарелка. Все, и вот такую красоту ставим в духовку. Мы с вами хорошо моем картошечку в мундирах. И я покажу, что я дальше сделаю. Вот эти вот черненькие, потому что картошечку мы будем есть с Константином с шелухой. Я вот это вот все хорошо-хорошо ножичком прохожу. Картошка еще старая, не новая. Поэтому это я все прохожу. Ну, а так, в принципе, картошечка вся съедобная. И теперь ее в фольгу и в духовочку, чтобы духовка у нас просто так с вами в холостую не работала. Делаем. В духовке начали работать, духовкой и закончим. Все, ставим нашу картошечку запекать в духовку. Ну и на десерт мы сделаем с вами кексики. У меня оставалось кефира чуть-чуть. 2 яйца. Сахар. Соль. Масло растительное 50 грамм. Добавляем еще муку. И в конце добавляем бакпульвер. Не весь, потому что у нас немного с вами теста. С
совсем чуть-чуть на пробу, и ваниль, цукер, ванилин. Еще раз хорошо размешиваем. Все, наше тесто готово. И последний штрих — это порезанная шоколадочка наша с вами. У меня была с орехом шоколадка, у вас может быть любая. Можно что хотите, да? Цедру лимона, цедру апельсина, что у вас имеется. У меня это ничего не имеется, я добавила шоколадку. Все, и немножко оставляю. Гарнир я поставила гречку. Целый стакан и 2 стакана водички налила. Все, посолим. И пусть варится. Так, мои хорошие. Полные не наливайте, потому что они очень хорошо должны подняться. Чтоб не вышли из берегов. Ну вот и все. Все мы с вами сделали. И теперь будем ставить в духовочку. Хотя у нас там еще с вами котлетки и картошечка в мундирах томится. Поэтому немножко, наверное, подождем. Вот такая у меня красота здесь получается с вами. Сейчас мы это поставим на низ. Тут уже почти все готово. Картошечку я откнула шпажкой. Подходят, пусть доходят. А свои кексики поставим вот сюда. Что-то потекло. Поставим еще одну. Сейчас разберемся. Вот. Так будет лучше. Двойной точно никуда не денется. Все, мои хорошие, вот такой у нас с вами обед будет в одной духовке. Мы с вами сейчас продолжаем. Картошечку в мундирах мы же делаем, и мы с вами сделаем очень вкусную картошку. Немножко сырка, немножко замороженной петрушки и немножко укропчика. Вот такую заготовочку мы с вами сделали уже. Теперь ждем картошечку в мундирах. Все у нас уже почти готово. И делаем свой любимый салат. Огурчик солим, перчим и добавляем сметанку. Хорошо добавляем, прям хорошо, чтобы жиденько это было все. Ну, этот огурчик со сметанкой еще даст водичку. Ну вот и наш салатик готов. Покупали лучок, а ничего с него не делали.
добавим еще тоненько-тоненько порежем лучок. Сюда немножко лучка добавим. Все, салатик теперь точно наш готов. Сюда еще добавляем кусочек масла. И ждем. Картошечка еще не готова. Вот такие у нас с вами котлетки получились. Посыпем еще укропчиком сверху. Я попробовала фарш. Немножко фарш пересолила и добавила сюда немножко сливок. Чтоб маленько сольку забрала, да? Чуть-чуть я с лихвой насыпала соли. А может быть, в приправе еще соль какая-то есть. Поэтому чуть-чуть налила сливочек. Это у меня будет как подливка. Так, тефтельки убираем. Сейчас будем уже кушать. И вот наша картошечка. Если нам понравится, то мы будем делать. Мы вообще любим картошку в мундирах. А если еще действительно это будет очень вкусно, то мы будем делать с Константином чуть ли не всю неделю. Я уже вам говорила, да, что у Константина в понедельник следующий операция. Поэтому ему нужно маленько поумерить пыл. Жирности всего 21 у него термин с анестезиологом. Ой, горячая собака. Вот. И желательно немножко схуднуть. Ну, как он говорит. Желательно схуднуть. А желательно, нежелательно, это уже как получится. Что там будет у нас желательно, что будет нежелательно. Мы в этой черепушечке и сделаем с вами сейчас картошечку. Разрезаем напополам. Даже чересчур много картошки получилось. Так, горячая она, друзья мои. Ой. Выключаем духовку, все выключаем. Так, сейчас раз горячая, мы будем с вами показываем вот в эту нашу мешаниночку. Мы будем с вами эту картошечку выбирать. Ой, хочется уже кушать. Так, полупустую картошенку оставляем. Так, и вот мы с вами сейчас эту картошечку с сырком горяченькую, с приправками, со всеми. Можно еще, наверное, знаете, немножко сухого чесночка добавить. Сырок подтаивает. Хотите, посильнее растолкните. Есть желание растолочка, толченка. Все, и накладываем назад. Эту картошенку мы будем вот так вот есть. Вот такая будет у нас фаршированная в мундирах картошка. Посолить.
Все, мои хорошие. Вот такая у нас картошечка с вами получается. И мы идем кушать. И вот наши кексики получились. Немножко они поехали. Но ничего страшного. Поехали, приехали, называется. Багетик несем кушать. А эти пусть остывают. Потом их по сахарной пудрой побрызгаем и все. Ну вот и наш незатейливый обед с Константином. Максимке гречку отварили, салатик, котлетку положили. Не знаю, будет он ее кушать или нет. Ой, видите, какая я красная. Куда денется, будет? Да, куда денется, как Константин говорит. Ну, а мы будем обедать. Время уже без 22. Так что, мои хорошие, не теряемся. Ой, Константин уже ест картошку, говорит, какая вкуснятина. Очень даже незатейливый обед. Из ничего сделали такую прекрасную еду. Ставим лайки, подписываемся, не забываем. И всего-всего вам хорошего. До встречи!